любимым Бонапарте. Приветики. Приветики. Ой-ой-ой. А чё у тебя такой причесан крутой? Тебе чё, завидно? Тоже хочешь? У нас как бы день сурка. Тебе не кажется? Нет. Yeah. День сурка. У меня сегодня на работе все так. Да ладно? Никто ничего не говорит, я смотрю, так подходит там, Саймон такой. Посматривает, молчит, даже ничего не спросит. Влад только такой говорит, ты сегодня как это, как гангста. Он говорит, ты, конечно, геля немножко переборщил, но я говорю, ну, сейчас сноровки не так, мам. Никому не понравилось. Да нет, всем понравилось, все в восторге. Влад сказал, вообще ты просто мачо, гангста. Ну, Влад, я не помню, чтобы тебе вообще что-то когда-то плохое говорил. Потому что я ему никак не говорил. Кесси, ты чего думаешь по этому поводу? Я считаю, что... Да все круто, реально. Прошлый век. Реально круто. Это реально прошлый век. Надо спросить вот у подписчиков, у девчонок. Ну, это уже... Девчонки, как вам прическа? Ну что, ты кушала или будем что-нибудь кушать? Да я ж тебя всегда жду. Я купил то, что обычно, ну милфей взял и творожный. Да, подожди, не, фокуса не было, это ж тут как бы фокус, это самое важное. Да. Ну пахнет вкусно. Ну давай, попробуем. Минус 4, понимаешь ли, действует бодряще. Ты что там, Бетеньку ласкала? Она что, ушла со своей лежанки? Я всегда, когда ты приходишь, и у нас начинается движуха, она думает, мало ли, мы пойдем гулять, и ее не возьмем. У нее начинается паника. Ну мы-то ее не возьмем, полюбас. Тебе так не кажется? Ну да, что-то холодно. Бетьке, похоже, тоже холодно. Вот вечно голодная кошка, что с ней делать? Завхоз-то? Ну, это завхоз вечно голодный. На, качайся. Форму приводи себя, мы тебе гантели поставили. Не только ж нам форму. Какая вообще польза от кошек? Есть какая-нибудь практическая? Сейчас мы у нее спросим, иди сюда, я тебя спрошу, и ты будешь отвечать. Я знаю собаки, вот есть собака-поводырь, кошка-поводырь, может быть? Поля, ой, смотри, она тебе что-то ответила. Не мучай меня. Кошка-поводырь. Польза от кошки. Никакой. Как получить пользу от кошки? Русский холод? О. Новое движение. Красиво, кстати, движение-то. Ладно, я пойду к рубле. Камера, первая камера переходит туда, вторая камера. Какую камеру включать, ты мне говори просто. А вот у нас красивая, кстати, орхидея такая живая. Тебя что, колбасит? Тебя прет? Ну, когда холодно, меня. Кто спрашивал, как ухаживать за орхидеями? Оу. Я это девушка-орхидея. Круто? Вообще. Идет? Отпад, да. Тебе надо приклеить это дело. Можно образ в таком... Это как-нибудь замаскировать? Летний, даже летний уже образ. Мой, да? Да. Да, я посмотрю на тебя. Петя Каня. О, ну тебе даже еще больше похоже идет. Круто, да? Да, особенно вообще. Прическа, я думаю, тебе надо так идти на работу сейчас. У тебя тогда такие взгляды будут просто. В общем, за орхидеями как ухаживать? На пыль только смахивает с них и все. Ну и растет себе такая красавица. Все, вот и все. Не завала я тут себе место для съемки, буду разбирать косметику. Кошка лежала вот тут, теперь кошка лежит вот тут. Кошка. Она себе домик что ли сделала? Ой, тебе обязательно куда-то залезть, спрятаться. Ты такой маленький. Лапочка такая. Ладно, все, до свидания. У меня же твой телефон, какой до свидания? Давай до свидания. Давай, до свидания, короче, пока, я пошла. То есть тебе не нужен телефон? Ну что, профессионал по косметике? Я ныряю, короче, в море косметики. Короче, я разложила
если честно, хочется просто так это и оставить здесь. А надо еще разобрать, надо еще справиться со своей внутренней, со своим внутренним спором, что нет, это тебе все-таки надо, ты это все-таки будешь использовать. То, что лежит уже там, не знаю. То, что я уже несколько раз перебирала. Ну, тут, короче, на самом деле, это такая реальная выжимка уже из того, что я раздавала, и то, что я все-таки оставляла себе, потому что это мне было дорого сердцу было. Но чувствую, что здесь все-таки слишком много дорогого сердца, и пора бы с кое-чем попрощаться. Так что, да, надо это разбирать. Сейчас, как наедимся макарон с сыром, у меня сразу появится недюжая сила, и я сразу начну это все разбирать. Так а в чем смысл разбирания будет? Распихивать по шкафчикам? Нет, смысл будет такой, что мне нужно определить, что я отдаю. Другим, что-то, да, на Витгенштейн. Что-то на Витгенштейн. Ну хотя, у меня такое ощущение, что на Витгенштейн здесь мало что пойдет. Здесь все такое свеженькое, нет ничего просроченного. И именно все такое как бы хорошее, то, что реально можно просто предложить девчонкам. Оксана первая на очереди. По какому принципу? По родственному? Да, по родственным связям. Повезло Оксаночке. Оксаночка, тебе повезло. Мы сейчас идем кушать макароны. Делаю в Инстаграм вот так. В Инстаграм кажется, что это меньше, намного меньше, чем вот такая. Я зашел, я офигел. Это целая кровать. Да. Добрища. Сегодня мы спать не будем, пока не разберем это добрыша. Мы там включили уже сериальчик. Мы теперь сериальчик, как все нормальные люди, смотрим 2-3-4 раза в день. Кларк не подводит нас. Кстати, узнаете Дина Винчестера? Он тоже в этом сериале снимается. Сериал «Сверхъестественное». Да, сериал «Сверхъестественное». Мы-то его посмотрели, но сейчас так. Наверное, в 10-м сезоне. Да, что-то тоже смотрели. Досмотрим сразу с серии там 3 или 4, сколько там накопилось. Мы сейчас, смотри, с тобой практически одинаково выглядим. Я с зализанными. Да. Ну, они, конечно, у меня чистые, в отличие от того, как твои выглядят. Готовченко. Налетай. Шапкой. Я знал, что ты вернешься, сын мой. Макарон за? Ой, мелкое там блаженствует. Кто за это в ответе? Смотри просто. Что это? Нормально? Горка просто. Кассиандра. Растущему организму как раз. Ой, чисто растущему организму. Приятненького. Спасибочки вам тоже. Спасибочки. У меня то же самое, а вилочку, Музю? Что, вилочку? Вилочку. А сейчас я не взяла. То я думал, ты принесешь, что все all included, я думал. Да. А не самообслуживание, понимаешь. Слушай, кошка. Там пошла по сыр, похоже. Видите, кошка решила макароны поесть. Украла, у меня с тарелки вытащила макаронину. Облизала ее, и все, хватит. Неужели ты думал, что я найму тебя на работу? Вкусно и хоть? Не буду следить за каждым твоим шагом? Лекс, я знаю. Хватит, что... она опять украла. Привела пока тебя. Ты на меня смотришь. Ты сейчас будешь покупать. Она ее съела? Съела макаронину? Антон, ну хватит, это уже не смешно. Хотя смешно. Я думаю, ей не полезно макароны есть. Не гуляй. А вот эта вот макаронина кому тут лежит? Вот этот великомученик. Реально великомученик. Меня, по-моему, по-другому сейчас не назвать. Мне просто так тяжело расставаться с этим всем. Но я понимаю, что как бы... Тебе этого не надо всего. Ну, то, что я не пользуюсь просто, да. Возможно, оно все классное просто здесь такое. Почему я должна с ним расставаться? Беспорядок вообще. Я работал. Да? Твоя работа убираться. Я такая, блин. Что такое? И главное, я иду к ним, подхожу такая. И, знаешь, звучит это объявление, что у нас сейчас скидка после 10 на всю выпечку 50%. Я такая, е-е-е. Вот, беру большую эту оригинал.